В Астане впервые прошел уникальный пресс-завтрак, организованный издательством «Алматы Ктап Баспасы», ставший важным мостом для взаимодействия СМИ, экспертов и педагогов. Участники обсудили все этапы создания школьных учебников. Мероприятие стало важной платформой для обмена мнениями между издательством, педагогами и журналистами. Современные учебники основываются на конструктивной системе образования, что является их главным преимуществом. Мы также учитываем международный опыт разработки учебных материалов. У детей 21 века есть свои особенности восприятия, и в процессе разработки учебников большое внимание уделяется возрастным особенностям учеников, раскрытию содержания предметов и формированию ключевых навыков, таких как критическое и креативное мышление, а также развитие творческих способностей. Еще одна особенность современных учебников является междисциплинарность. Это связано с тем, что учебная программа содержит общие темы, что позволяет ребенку формировать системное и комплексное понимание в рамках одной и той же темы, рассматривая, анализируя, исследуя одну и ту же тему из каждой области науки. Также другая особенность современных учебников – это развитие у ребенка навыков рефлексивного мышления и исследования. Особое внимание было уделено строгим государственным стандартам, которым должны соответствовать все школьные учебники. Каждый учебник проходит несколько этапов экспертизы, включая проверку в Республиканском научно-практическом центре экспертизы содержания образования при Министерстве просвещения Республики Казахстан. В целом на подготовку учебника уходит не менее одного года. При подготовке учебников ключевую роль играет авторский коллектив. В него обязательно включаются ученые, которые занимаются научной структурой учебного материала. В разработке также участвуют методисты, а также творческий коллектив издательства. Это редакторы, корректоры, художники, верстальщики и дизайнеры. Учебники математики мы пишем очень давно, в наш коллектив входит несколько человек, мы и учителя начальных классов, и психологи, и все имеем ученое звание. Мы занимаемся методикой математики очень давно, исследуем эту задачу со всех сторон, мы являемся и учеными, занимаемся научными разработками в области методики математики, но в первую очередь мы готовим свой учебник для детей. Для того, чтобы он был интересным ребенку, мы включаем в него элементы, которые ребенку будут близки. Например, у нас есть герои учебников, есть задания интересные для ребенка, у нас есть межпредметная связь в учебнике. Ну, об учебнике можно говорить много. Методику, которую мы положили в основу учебника, для того, чтобы ее раскрыть, мы обычно приглашаем на курсы подготовки учителей, чтобы рассказать, как построен учебник. Такие курсы у нас есть в нашем университете, поэтому мы всегда приглашаем учителей пройти их. Еще одно подтверждение того, что издательское дело развивается в современном направлении – платформа TopIQ.kz. Это первая казахстанская онлайн-платформа для школьников, разработанная издательством «Алматы Ктап Баспасы». Благодаря развитию инновационных технологий теперь доступны электронные учебники. Кроме того, новые учебные материалы проходят апробацию в школах, после чего публикуются на платформе bmso.kz, где каждый может ознакомиться с ними и оставить свои замечания. Мы не ограничиваемся только содержанием. Важно, чтобы учебник соответствовал эстетическим требованиям, что также способствует лучшему восприятию информации детьми. Мероприятие стало важным шагом в обсуждении вопросов образования, и издательство «Алматы Ктап Баспасы» выразило готовность продолжить диалог с общественностью для улучшения качества учебных материалов в Казахстане.